Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу рассказать о том, что в ближайшее время состоится несколько мероприятий в офлайне по моей теме, по теме личных финансов. И первое из мероприятий, которое будет, это мероприятие от швейцарской компании C-Safe Invest по поводу вот этих накопительных программ австрийских. Проводит швейцарская консалтинговая компания Safe Invest. Москва, гостиница «Измайлова», 27-28 октября. Участие в семинаре будет платное. Что это будет? Это будет семинар швейцарской компании, на который вы узнаете все-все-все подробности о том, как работают вот эти накопительные программы, какие виды программ есть. Там будет руководство компании и швейцарской, C-Safe Invest, и кто-то будет из австрийской компании и из компании Midlife дочерней. То есть все-все подробности вы там узнаете. То есть это будет руководство там с переводчиками на немецком языке. Что еще можно сказать? Да, будет предусмотрен кофе-паузы, праздничный ужин такой шикарный будет там, женщины в вечерних платьях, мужчинам, ну, в костюмах, при галстуках, вот, то есть такой дресс-код, вот, заявки принимаются до 19 октября, участие в форуме платное, 175 евро без проживания и 270 евро с проживанием в гостинице, в гостиничном комплексе «Измайловский». Ну, как правило, эти мероприятия производятся в Турции где-нибудь, в Литве, то есть за границей обычно такие мероприятия. И сейчас это мероприятие будет, ну, не часто такое бывает. Это большая удача, когда такие мероприятия происходят в Москве. То есть я обычно ездил в Турцию, и, значит, дважды я был на таких мероприятиях в Литве. Вот, ну, а сейчас в Москве это намного дешевле, потому что, ну, как правило, там стоит 700-800 евро, здесь 175 евро всего вот за два дня. Поэтому это хороший шанс. Там вы сможете встретиться, я думаю, что и с Валерием Клайдовичем, про которого я так говорил, и можно все вопросы ему задать то же самое по данным мероприятиям. Ссылку на его канал я еще раз скину под данным видео, мне не жалко. И, пожалуйста, то есть, если хотите, если вы скажете, что вот, ну, мне, что хотим приехать, ну, могу приехать и я, мы встретимся лично и тоже поговорим, я все расскажу вам. Поэтому, милости просим, записывайтесь. Ссылочку вы увидите, ну, мне на e-mail кидайте на все вопросы, и я пришлю более подробную информацию, либо с Валерием Кладышем свяжетесь, то же самое можно сделать. Итак, друзья, до встречи. С вами был Демитков Юрий.